Синим и зеленым вход разрешен, красный и желтый на выход. Система Ашех заработала в воздушной гавани Шымкента. Если в базе данных Минздрава человек значится как больной или контактный, то статус посетителя будет красным или желтым соответственно. Таких внутрь аэропорта не запустят. Зеленый цвет – вакцинирован, вход разрешен. Синий – не болеет коронавирусом, вход разрешен. Желтый – человек является контактным или должен находиться на карантине. Красный – человек заражен. Дайте удостоверение. У кого нет смартфона, диктует ИИН. Сотрудники воздушной гавани определят статус посетителя. Приложение работает в аэропорту с начала недели. За это время был выявлен желтый статус у четверых. С 30 мая мы уже заработаем в плановом режиме по системе Ашех. Все наши сотрудники также заходят на работу по этой системе. Контроль ведется детальный. Посещаемость нашего аэропорта достигает до 2000 человек в день. Поэтому эта система, я считаю, необходима. Число объектов массового скопления входит и ЖД, и автовокзалы. Однако там систем Ашех пока нет.